Эти гости для сотрудников этнопарка «Дружба народов» особые. На экскурсию приехали семьи людей, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Для детей и супруга поездка стала возможностью отвлечься от тревожных мыслей. Очень помогает не расслабиться, а детей развлечь. Больше детей, не себя, а детей. Ну и, соответственно, с ними сама отвлекаешься. В программе экскурсии посещение подворий этносов, которые проживают на территории Самарской области. Гостям рассказывают о быте, профессиях и народных традициях. Семьи военнослужащих и мобилизованных пригласили волонтеры партийного центра «Единой России». С началом СВО они взяли их под свою опеку. Мы поздравляли с праздниками семьи мобилизованных. Также выезжали в Рощинск как волонтеры-репетиторы. Проводили занятия с детьми по различным предметам и школьной программы. И сейчас вот такая экскурсия, не планируем на этом останавливаться. Всего до конца ноября по инициативе партийцев на экскурсии в национальное подворье пригласят более 5000 человек. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.